Привет, девчонки и мальчишки. У меня на душе немножечко неспокойно. Мы сейчас продали козочку одну, Зиту. Плакать хочется. Такая я дурочка. Новый хозяин хороший. Мы с ним переписывались долго на Юле. Говорит, любить будет козочку. В общем, так-то все хорошо. Продались. Это села в машину, хорошо поехала. А я... Вот такое у меня отношение к козам. Говорят, надо с легкостью расставаться. А я, блин, переживаю. Ну, я думаю, это пройдет. Вот так мы к ним привыкаем. Муж тоже переживает. Любимая уже такая Зита стала. Родная. 2 года она у нас жила. Ну, все, пока.